Ребят, в общем, как вы видите, вокруг погоды у нас нету сегодня. Так бы мы поехали на то же выживание или на рыбалочку бы вам отсняли что-то интересное. У меня родилась идея для новой рубрики. В общем, она заключится будет в том, что... В общем, сами все видите. Но это должно быть интересно, связано с Brawl Stars непосредственно. И я думаю, что вам это понравится. Я надеюсь на вашу поддержку. Ваня опять меня не верит. В очередной раз придется мне там что-то додумывать, придумывать и так далее. Мы идем на рынок. Точнее, мы как мы. Эти два засранца остались дома сидеть. Я иду на рынок. На охоту, грубо говоря, в поисках всяких приколюк, которые мне понадобятся для реализации данной рубрики. Скоро будем запускать новую рубрику. Название я еще не придумал. Я надеюсь, что вы в комментариях напишите, как назвать данную рубрику, если она вам, конечно, зайдет. Я очень на это надеюсь, ребят. И опять же, выбрал я время сходить на рынок, когда уже почти все закрыто. Да, я умею это делать. При всем при этом еще и дождь пошел. Я вон сюда уже иду в магазин, в супермаркет. Буду там выбирать работу. Что тут есть у нас? Это типа все? Что я не подсказываю, что это Орели все. Да, там половинки арбуза, видимо, да. Придется один из этих брать. А вот этот мне больше нравится. Все, полетели. Все, купил здоровенный, падла. После спортзала руки еле-еле держат. Облазил, блин, половину центра. Оказывается, в центре, где рынок, АТБ закрыли. Ближайший это Союз, Дам здесь и Симпатик в мегацентре. Поэтому выходим. Выходит, искал уже все, что было. Поздно собрались. И снова здравствуйте, друзья. У нас сегодня новый ролик, и это не адская кухня. В основном мы собираемся у Арти, когда у нас тут адская кухня. Сегодня у нас, кстати, другое, тоже съедобная такая рубрика. В основном один раз. У нас сегодня тоже такая, знаете, съедобная рубрика, но я не знаю, это не рубрика, но хотя мы планируем выпустить целый ряд видосов по данной теме. Придумайте название, не знаю, может, кривые руки, руки и сраки. В общем, сегодня Рома нам покажет такой свой креатив, он неплохо рисует, у него есть какой-то талант в этом. И помимо того, что он рисует, он еще прикольно вырезает, вышивает крестиком. Короче, такой вот у нас парень креативщик, да, талантище. Ну и зачем талант скрывать в себе, если можно его снимать на камеру? Поэтому сегодня он воплотит персонажа с игры в реальную жизнь. Но об этом поподробнее чуть дальше. Ты что ты будешь с ним делать сейчас? Ничего, я просто вытираю, тут мокро. Ты можешь у Арти не мусорить в квартире? А где я мусорю? Ну так, замечание на будущее. Ты объяснишь хотя бы, что ты будешь делать на камеру, потому что надо понять, что сейчас будет происходить. Ты взял нож и уже готов мастерить. Я пока приготовился. Ты скульптор? Типа того, у меня есть. Подожди, почему он такой корявый, господи? Я не мог поровнее купить. Да зачем? Вот так вот, типа, норм. Ладно, все, камера-мотор, поехали. Да, камера-мотор. В общем, ребята, я знаю, что большинство из наших подписчиков играют в игру под названием Brawl Stars. И у меня родилась такая идея. Я когда-то на работе, когда барменом работал, вырезал на Хэллоуин из тыков разных персонажей. Ну, нужно было. И я подумал, а почему бы мне не вырезать какого-то бравлера? Почему? Почему? А почему бы и нет? Так вырежи! Так вырежу! И самый первый бравлер, которого, как мне кажется, у меня получится вырезать, это будет Эль Примо в скине. Эль Роко Примо, по-моему, называется. Ага. Вот. Так. Собственно, все. Подопытным будет у нас вот этот вот арбуз. Понадобится нам, в общем-то, нож, ну и, возможно, ручка, но это не точно. Как вот, пишите в комментариях, как вы считаете, получится мне вырезать из арбуза или Рокко Примо или нет. Вот. А заодно и проверим. В общем-то, начинаем, поехали. We'll be right back.
В общем, ребят, что, я закончил? Сейчас буду вам показывать свою работу, но прежде этого я как бы готовился к съемке данного пилотного выпуска, новой рубрики, которую вы, надеюсь, мне подскажете, как назвать. В общем, я вчера сидел, ну я его уже почти доел, вот, это типа такой демо-версия El Primo, но типа в обычном скине, в его дефолтном, но я решил вырезать для первой серии El Primo в скине El Rocco, да, он называется? Ну, короче, напишите в комментариях, как правильно, я просто не совсем помню. Вот оно как получилось. Та-дам! Во! Чё, ну, пишите в комментариях, похоже, не похоже. Вот, как бы, черты его, вот черепочек, глазки его злые, красные. Я думаю, похоже. Ну, арбуз полосатый не так хорошо видно, конечно, но это El Primo. И мы его будем есть. Ну, а что с ним еще делать? Так что, как-то вот так, ребят. Пишите в комментариях, какого бравлера вырезать нам следующего. И вообще, понравилась ли вам эта рубрика. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Мне нравятся такие штуки, креативить. Я надеюсь, что вам это все зашло. И может быть, кто-то захочет повторить. Можете сбрасывать. Если вы надумаете вырезать какого-то бравлера, то можете присылать мне фотографии их в директ в Инстаграм, ссылочка будет в описании. Или в Инстаграм Тёмы, ссылочка будет тоже в описании. Вот как бы. Всем спасибо за внимание. Такой вот, ребята, получился видосик. Если он вам понравился, ставьте лайки. Напишите в комментариях, какого следующего бравлера Роме вырезать. Если вам, конечно, нравится и продолжать данную рубрику. В общем, пишите в комментариях. И обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ждите, скоро будут влоги с природы и с леса. Если мы туда поедем скоро. До новых встреч, всем пока. Блядь, какой-то дебильный смех в конце был.